произошло буквально на днях, это 30 августа, утром в 5:30, убегает женщина, говорит, девушке плохо, ну, женщине, вызовите скорую. Я спрашиваю, что случилось, говорит, ну, роды начались. Приводит еще другую женщину, вижу, что ей плохо, ну, не сразу увидел, что она беременна, живота практически не было. Уже ребенок, можно сказать, опустился. И говорит, мне больно, вызывайте скорую. Я достал из комнаты персонала аптечку первой необходимой помощи. Принес также стул, воды, чтобы, ну, она выпила лекарства и прочее. И начал это одновременно и я, и администратор магазина вызывать скорую помощь. Ну, она доехала через 25 минут, а ребенок очень быстро вылез на свет, мы даже не ожидали. Женщина мне подсказывала, что и как делать, которая, ну, сюда обратилась и показывала, что надо делать. Я там расстелил полотенце, и женщина, которая вместе с ней была, можно сказать, и она тоже принимала очень сильное участие. Я просто побуину отрезал и все, и вызвал скорую помощь. Я счел, ничего особенного с моей стороны не было. Боялись, руки дрожали? Нет, как-то не было такого. Все так быстро произошло, что даже подумать не надо было. Ну, невозможно было. И конец рабочего дня, у нас пересменка была. А где уложили роженицу? Где это вообще было? Все прям около входа произошло. Я шок принес и началось вот это. Буквально за 5 минут все. Вышел ребенок, это парень будущий. Скорая приехала, меня в первую очередь обратили внимание на ребенка, более хорошо отрезали половину, окутали ребенка. Потом и мы вместе с фельдшером помогли как называется, расселялся, не могу вспомнить слова. Говорит, скорой помощи и помогли это отнести. А женщина, которая вам помогала, это тоже сотрудница маркета? Не совсем, это покупатель наш частый, она сюда приходит, вот здесь пробегом занимается, ну, спортом. И увидела, услышала, что сдохли полки, и привела вот где круглосуточный магазин, где могут хотя бы помощь оказать первую необходимую. 5 утра, 5:30, все же магазины закрыты, а здесь круглосуточный магазин. Когда парень вырастет, скидку дадите? Конечно, дадим. А здоровый, да, родился? Все хорошо? Да. Спасибо вам большое за беседу и за поступок. Всего доброго.